Ой, курочки, мне безумно нравится, когда вы пишете обо мне. Когда вы творите, я бы вас трахнула. Например, сиранхелия – это не просто очередная камфора, а пульсирующая вена чувственной глубины. Это жизнь на изломе, это вселенская скорбь и апокалиптическая мощь, высоковольтное напряжение и невыносимая тяжесть бытия. Когда слышишь ее голос, все внутри сжимается и становится истошно плохо. Каждое новое видео кажется трагически последним. Всхлипывающая шутка, траурные гримасы и взгляд, веский тембр и еретические неологизмы создают фон для основного аутентичного действа. Мои курочки, я бы вас трахнула. Мои курочки, полайкайте Сиранхелию на Фейсбуке. Даешь лица недоумения, пусть неудобно будет тем, кто косо смотрит. Пусть мир, где нужно прятаться, уходит. Мы движение перемен. Мы заебуем прошлое будущим.